В 2017 году завершается республиканская адресная программа по переселению из ветхого жилья. На сегодняшний день она выполнена на 61%. С 2012 года около 12 тысяч граждан переселили в новое жилье. Наибольший объем пришелся на 2016 год. В этот период было предусмотрено расселение более 8 тысяч граждан из 3,5 тысяч жилых помещений. На сегодняшний день на реализацию программы потрачено около 22,5 миллиардов рублей. В сентябре 2017 года мы должны завершить действующую программу республиканскую. Объем очень большой, 490 тысяч квадратных метров, которые мы должны граждан переселить из этого объема аварийного жилищного фонда. Построить или вторичку приобрести. Вот на 2017 год у нас задача это в первую очередь.